Сила 30 ньютонов растягивает пружину на 5 сантиметров. Какова сила, растягивающая пружину на 8 сантиметров? Для начала запишем данным. Сила F1 равна 30 ньютонов. Удлинение пружины дельта X1 равняется 5 сантиметров. Переведем систему C в метры. Это 5 сотых метра. Удлинение пружины дельта X2 равняется 8 сантиметров. Переведем систему C. Это 8 сотых метра. Найти силу F2. F2 неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем закон Гука. Сила упругости равна k дельта x. Эту формулу нужно знать. Рассмотрим первый случай. Сила F1 равняется F упругости 1. Сила упругости F1 равняется k дельта x1. Отсюда следует, что сила F1 равняется k дельта x1. Выразим отсюда жесткость пружины. K равняется F1, деленный на дельта x1. Рассмотрим второй случай. F2 равняется силе упругости 2. Сила упругости 2 равняется k дельта x2. Тогда из этих двух пунктов следует, что сила F2 равняется k дельта x2. Выразим отсюда жесткость пружины. K. Жесткость пружины равняется F2, деленное на дельта x2. Так как пружина одна и та же, следовательно, жесткость будет одинаковой. Приравняем по k, и у нас получается, что F1, деленное на дельта x1, равняется F2, деленное на дельта x2. Выразим отсюда силу F2. Сила F2 равняется F1 на дельта x2, знаменатель дельта x1. Подставим сюда наше значение. Сила F1 это 30 ньютонов, умноженное на удлинение дельта x2, это 8 сотых метра. Знаменатель дельта x1. Дельта x1 это 5 сотых метра. Посчитав, получаем 48 ньютонов. Запишем ответ. Сила F2 равняется 48 ньютонов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.